От душевного мятежа многие приходят к религии. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Звук «Ч» в имени благоприятно воздействует на подсознание. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. Привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Носители этого имени иногда раздражают окружающих чрезмерными амбициями. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Эти люди стремятся оказывать помощь своим близким, причем делают они это бескорыстно. В любви требует уважения, но часто портят отношения с партнером собственными колкими замечаниями. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Обладатели имени с буквой «Ч» отличают сильную связь с близкими людьми. В основном владельцы этого имени делают ставку на научно-исследовательскую карьеру. Будучи честолюбивыми, они часто идут в политику и благодаря ярко выраженной индивидуальности могут достичь высоких положений. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Они заинтересованы в богатстве, власти, финансах. Но если будут игнорировать свое духовное развитие, то столкнутся с неудачами и неприятностями. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.